Жил на этом свете славный паренек, на большой планете яркий огонек. По пивным и барам с папой не ходи, все подав за даром, долго б не грусти, не грусти. Встретилась в парнишке девушка одна, очень уж мальчишке нравилась она. По ночам не спал он, думая о ней, как бы не страдал он, но любовь сильней, сильней. Что он может дать ей в свои 20 лет? Ни дворцов, ни платьев, денег тоже нет. Он хотел бы быть с ней, создавать семью, но вела дорога парня в колею, в колею. Привела дорога парня на Кавказ, погрустив немного, он попал в спецназ. Но стрелять по людям было выше сил, так твердил он судьям у чужих могил, у могил. Жизнь ему ломала, но он был сильней, и однажды утром он вернулся к ней. Смотрит на девицу и не отводит глаз, будто бы жар птицу видит первый раз, первый раз. И в любви сливались молодых сердца, долго целовались у ее крыльца. Счастье ведь не в злате, не в больших дворцах, а в одном закате и в родных сердцах. Чтоб два сердца бились рядом в унисон, чтоб счастье было, как прекрасный сон, чтобы дети были счастьем для двоих, чтобы мир открыли для детей своих, своих. Спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь.